Barnhouse Entertainment представляет в содружестве Media Trade и Lux White библейские сказания Мария Магдалена. Мария, ты ведь испачкаешься. Пусть твои работники этим занимаются. И какая разница, Иоанна? Посмотреть, какое масло было в прошлом году. Что случилось? Самуил, ты же знаешь. Надо смотреть, куда руки кладешь. Но Мария всегда так делает. Конечно, Мария-то знает, как нужно. Это только небольшой порез. Все будет в порядке. Несите провизию в амбар. Не порожните корзины с оливками прямо под навес. Амос, возьмите те кувшины и наполните их маслом. Напоите скот. После долгого пути... Нам потребуется провизия, Эмос. Get out of my sight. Прочь с глаз моих. Amos, where are you going? Эмос, куда ты идешь? Постой. Why are you treating me so badly? Зачем ты так со мной? Tell me. В чем я ошиблась? Скажи мне, ну ладно. If you must know, раз ты хочешь знать, я развожусь с тобой. Why? Come on, Mary, you're stubborn. Почему? Послушай, Мария, ты упрямая. Глупая. Грязная, крестьянка, простая женщина, но я люблю тебя. Этого достаточно. Мне нужны дети. Наследник. Ты бесплодна, как песок в пустыне. Ребенок ведь приходит с благословением Господа. На твое чрево проклято. Ты лечишь других. Целила бы себя лучше. Ведьма, одержимая демонами. Not fit to stay in my house. Не оскверняй больше мой дом. This is my house. Это мой дом. Magdala was my father's land. Магдала был землей моего отца. Помни, что ты ему обещал. Он был при смерти. Как мог он знать, что сбывает мне негодный товар? You can't mean that. Ты не смеешь так говорить. Писарь скоро придет подготовить разводную. Бери свои вещи и будь готова уйти. Продюсер картины Лука Бернабел. You won't throw me out that easily. Не так-то легко будет меня выгнать отсюда. Режиссер Рафаэль Мертес. I was born here. This land я здесь родилась. Эта земля была моей. Она перешла ко мне. Но я сделал ее процветающей. Теперь она моя. Скоро Магдалы будет новая хозяйка. Now I understand. Теперь я все He понимаю. Robs me of my home to Он лишает меня моего дома, чтобы снова жениться. Мне нужен сын. Даже честная жена не пожелает наследника своему мужу. If I must leave my house, если я должна уйти, where will I go? То куда мне идти? I pity this woman. I shall not abandon her. Мне жаль эту женщину. Я чувствую за нее ответственность. The deeds to my farm at Tel Azor. У меня есть ферма в Тель-Аль-Зуре. Пока будешь оставаться там, живя целомудренно и скромно, будешь получать с нее ренту. Your birthplace. Твое место рождения. A pigsty for mine. Свинарник для меня. Неблагодарная. You're ungrateful. Ты неблагодарна. The writ will be served tomorrow. С завтрашнего дня ваш брак расторгнут. Ты пожалеешь об этом. И очень скоро.
You'll see, Mary. You'll make a new life. Ты видишь, Мария, ты сможешь начать новую жизнь в Тель-Альзуве. Что это за жизнь-то? Здесь я была хозяйкой дома. А там будут ниже прислуги. Но ты все та же женщина. Ты же любишь обрабатывать землю. Умеешь врачевать людей. А бесплодную пустыню можешь превратить в сад. То место станет твоим домом. Римляне. Мам. Сильванус. Мэри. Нагдала стала красивее, чем прежде. Мы долго были в пути, у нас закончилась провизия, он запросил разумную цену. Идите и берите, что вам нужно. За даром? На ночь твои солдаты могут расположиться рядом с рекой, а я приготовлю постель для тебя. С каких пор? Так заботятся о римлянах здесь. Это мое последнее распоряжение, как хозяйки этого дома. Я оставляю Магдалу. Амос разводится со мной. Impossible. Why? Не может быть. Почему? Welcome, Sylvanus. Добро пожаловать, Сильванус. Amos. Амос. A business call? Мы здесь по делу. Да, да. The usual terms. Так обычно. We're staying. Set up camp. Вмешиваемся и разбиваем лагерь. Move on. Hurry up. Давайте, поторопитесь. Давай, пошевеливайся. Сэлви, что ты делаешь? Мэри, о чем ты задумалась? Даниэль? Он так на меня смотрел. Не боишься Господа? Господа? Где же он? Он точно не здесь. Нет, Мария, не говори так. Пожалуйста, не растрачивай свои силы. Веруй в Господа. Я хочу мести. Mary. Мария. The law is on his side. Закон на его стороне, да? Таков Мария. Это варварство. Время после брака женщины имеет право на собственность. Поэтому время закон никогда не становится между мужем и женой. В этом нет необходимости. Почему бы им не воспользоваться римским правом? Могу я обратиться к императору? Разве вы римская гражданка? Что ж, это не позор. Моя служба здесь заканчивается. Я возвращаюсь в Рим. Я надеюсь, что... На что ты надеешься? Что ты мне поможешь и... Дам тебе возможность осуществить твою месть. Ты умная женщина. Я понял это в тот момент, как увидел тебя. Мэри? Мария? Here's the divorce scroll. Вот разводная. Too late. I'm ты опоздал. Я уже покинула тебя. Ты ведь этого хотел, не так ли? I wouldn't, friend. Я бы не стал, мой друг, делать этого. What is it, Amos? Что You're это, afraid? Амос? Неужели боишься? Ha 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 ha
Joanna. Joanna. I hate to see you fall so low. Мне невыносимо видеть, что ты с тобой делаешь. Почему? Только потому, что я нашла человека, которому нужна. Goodbye, Samuel. Прощай, Сэмюэл. Take care of yourself. Береги себя. Прочь! От шлюха! Шлюха! Заткнись, Амос! Или я вырву тебе язык! Вперед, марш! Поехали! Сильванас. The Jordan. Иордан. This isn't the way to Rome. Это не дорога в Рим. Last tour of duty, I'm sure you don't mind. Последнее поручение, уверен, ты не будешь против. Что же они ищут? That's what we're going Куда to find идут? Out. Вот это мы собираемся выяснить. Что побудило вас прийти сюда? Вы спрашивали себя? Или вы все еще боитесь, видишь? You know him? Знаешь его? No, but I've heard about... Нет, но я слышала о нем. Если вы ожидаете, что вы просто омоете свое тело, как в храме, что же он делает? Он проповедует. Вода не очистит вас, если ваши помыслы не чисты. Он бунтовщик. Нет, он призывает их обратиться к своей душе. Кого этих крестьян? Нет надежды, измените ваш путь. Get down. Покайтесь. И креститесь во имя грядущего Мессии. Что он сейчас делает? He's baptizing them. Проводит обряд крещения. What do you know about these things, Mary? Куда ты знаешь об этих вещах, Мария? I am a Jew too. Я тоже еврейка. Then you will help me. Тогда ты поможешь мне. Silvanus, prefect of Rome, wants to talk to you. Римский префект хочет поговорить с вами. He sent you to me? Он послал тебя. Да. But I came because I wanted to. Но я пришла потому что хотела. Because you're in danger. Потому что ты в опасности. Why? The Romans fear a revolt. Римляне боятся бунта. Они не понимают, что ты только проповедуешь. And you have come to save me? Ты пришла спасти меня. Just tell me what I must answer. Просто скажи мне, что же им ответить мне. И они оставят тебя в покое. I can tell you that you are not. Я могу сказать тебе, что ты не будешь счастлива. Но это не то, что они хотят знать, но это то, что ты хочешь услышать. I did not choose this life. Не я выбрала эту жизнь. My name is John. Меня зовут Иоанн. Son of Zacharias. Сын Захарии. Why don't you stay here? Почему бы тебе не остаться здесь и не молиться вместе с нами? Спасибо. With the Roman. У меня другие планы.
римлянам. He is rich and powerful. Он богат и могуществен. Many of the people you see here. Многие люди, которых ты видишь здесь, никогда им не имели богатств. Но они искали что-то большего. Here they found it. И здесь они это нашли. Stay with us. Оставайся с нами. If you like. Если захочешь. I have what I want. У меня есть то, что я хочу. Well, a zealot? Ну, он опасен? No, he's a talker. Нет, он рассказчик. Fomenting revolt. He's giving them ideas. Подбивая людей на бунт своими идеями. Он мистик. But harmless. Ревностный, но безвредный. Then why does he draw such crowds? Но вокруг него собираются толпы. Кто? Инвалиды, слепые и больные. Все ждут чуда. Я скажу тебе, кто он. Он шарлатан, нет. He just happens to believe in what он искренне верит в то, что проповедует. Don't you ever lie to me, Mary. Никогда не лги мне, ever. Мария. Никогда. Remember that. Запомни это. Marcellus, pour me some more wine. Marcellus, налей мне вина. Эй, не так много. Кто у нас будет пьяный? Возглавляющий. What's wrong with you? Что с тобой такое, женщина? Nothing. Ничего. Are you pregnant? Ты беременна? I think so. Думаю, да. I thought you were barren. Я думал, ты бесплодна. Or was it just a lie? Или это была ложь? No. Чтобы заманить меня в ловушку, нет. Я думала, что это правда. Я страдала многие годы. Думала, что никогда не смогу быть матерью. Именно по этой причине Амос развелся со мной. Так, вернись к нему с ребенком. Нет, он твой. Откуда тебе знать? Хочешь выставить меня дураком? But I really don't care what you're going to do with your bastard. Мне наплевать, что ты сделаешь со своим ублюдком. Собираемся. Мы едем. Поторопись. Трогаемся. Tiberius. Herod Antipas. Tiberius. Herod Antipas назвал новый город в честь нового императора. Почему ты не веселая? Или хочешь, чтобы я отослал тебя обратно в Магдалу? Приветствую тебя, Виталис. Наш верный союзник и друг императора. Тиберий просил меня передать тебе твое почтение. Стой здесь. Он оказал мне великую честь. Благословение императора Тиберии, моя новая королева Геродия. Да, благородный Виталий, позор отнял жену своего брата. Как и обещал мне император. Кто она? Это моя дорогая, его настоящая жена, принцесса Набатии. Аудиенции. Послы Набатии требуют аудиенции. Мы не с терпением оскорбления дочери нашего господина, впрочем, прощения. Это его принцесса? Что? Какая жена? Дочь царя Ареты.
властители Набатии, твоего союзника. Ой, я и забыл. Мой господин узнает об этом. Ну и? Пусть удавится. Бедная женщина. Она тоже ничто. Есть хуже вещи. Слезай. Сильванус! Сильванус, не двигайся. Генерал увидит нас. Жди здесь. Мне не нужны проблемы. I'm not your slave, Sylvanus. Я не твоя раба, Сильванус. Well, добро пожаловать, генерал. Узнал что-нибудь о пророке? Да. Кто она? She's only a Jewish whore. Это просто еврейская проститутка после церемонии. Дашь мне объяснение. Что случилось? Уходи. Мне плохо. Хочешь, я дам тебе отвар и страх от боли? Дай мне что-нибудь, чтобы этого не происходило снова. Я знаю, это больно. Но ты скоро привыкнешь. Полюбишь. У тебя будет муж. Дети потом. Я не хочу этого. Почему? Я не хочу стать такой, как она. Она твоя мать, да. Я ненавижу ее. Я не хочу быть здесь. Я люблю моего настоящего отца. Меня зовут Соломония. Ты кто? Мария. Я предупреждал тебя. Ведьма. Он мистик, не так ли? Безобидный, да, значит? Тогда почему Ирод Антипа считает его опасным? Ты солгала мне, ведьма, чтобы защитить его. Нет, нет, пожалуйста. А теперь меня спрашивают, зачем я нарушил свой долг, свяжавшись с еврейской проституткой. Я для тебя сделал бесплатный способ дорогу в Рим. А ты что сделала? Где твое место, женщина? Это твоя ошибка. Это ошибка твоя. Я покажу тебе твое место. Мне она больше не нужна, она ваша. Давай, пошли. Помоги мне скорее. Что с ней? И плохо. Помоги.
тише. Ты можешь остаться здесь. Тебе нужно отдохнуть. Ребенок. Мой ребенок. Ты потеряла его. Но жизнь идет дальше. Будут другие, поверь мне. Удачная рыбалка. Мы выбрали правильное место, ребята. Что это? Женщина. Она утонула. Осторожней. Осторожно. Осторожно. Учитель. Она еще жива. Нет, нет, успокойся. Мы не троллим тебя. Она одержима. Нет, демоны. Помоги им, повелитель. Изгоди их. Оставьте ее. Пожалуйста. Позвольте ей тебя прийти. Не бойся. Мы хотим помочь тебе. You've heard the commandment. Вы слышали о заповеди. Не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я вам говорю, кто разведется с женой своей, толкает ее на прелюбодеяние. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю, люби врага твоего. И молитесь за тех, кто обижает вас. Ибо если вы не будете любить любящих вас, какая вам награда, люди? Расступитесь, люди. Дайте дорогу. Учитель, пойдем быстрее. Моя дочь умирает, пожалуйста. Пожалуйста, моя госпожа зовет тебя. Прошу, пойдем. Ты веришь ему? Да. Все мужчины врут. Что делает его особенным? Он спас твою жизнь. Что вам надо от меня? Идем же. You're the woman the Nazarene saved. Ты та женщина, которую спас Назарет, да. Как тебя зовут? Мария. Why did he save you? Почему он спас тебя? I don't know. Я не знаю. Can he really cure the sick without medicines? Действительно исцеляется без лекарств. Answer me.
Don't be afraid. Петни, не бойся. Your slave thinks so. Так думает ваша рабыня. Ага. Нас простое существо, суеверие, ей насущный хлеб, а как насчет вас? Зачем вы пришли сюда? Увидеть его? Could you cure this? Можешь вылечить это? I sent my slave for him. He didn't come. Я послала к нему мою рабыню, но не получила ответа. Он, кажется, лечит только бедных, но не королеву в ее дворце. Что это? Проказа? Нет. Что же это? Я должна исцелиться, пока Ирод не заметил. Король никогда не видел этого. Ой, ну. В темноте. Мужчины видят то, что желают только видеть. И женщинам легко их обмануть. Нет другого выхода. Ну, можешь помочь мне. If you trust me. Если ты доверишься. If you succeed in healing me. Мы добьемся успеха. I'll give you all the riches and power. Я дам тебе богатство, власть, какие только может желать женщина. Рады вас снова видеть, мадам. Prophets. Пророки. Целители. Don't mix with them. Я запутался с ними совсем. This Nazarene claims to be of the house of David. Считает себя потомком дома Давида. Он воскрешает мертвых. Мертвых. It's ridiculous. Это глупо. Then arrest him, my lord. Воскрешая дочь. Арестуй его. Изолируй его. Народа. Однако это не так-то просто в этой стране верующих. Тогда я... Then what? Я... Ну, что же? Tell me, my love. Поведай мне, любовь моя. Tell me your thoughts. Поведай мне твои мысли. Твои желания. Oh, and you've come. Я знала, что ты снова придешь. Better. Я чувствую себя лучше. Кто She's это? My Sibyl. Она моя Сивила, наставница Соломии. Such gentle fingers. Такие нежные пальцы. Ты любила кого-нибудь в другой жизни? Была замужем? Однажды. Потеряла? Он когда-нибудь заплатит за это. Ух ты. Ты так сильно ненавидишь мужчин. Ты не глупая? Не стара? Well, ну, do your worst with her. Займитесь ею. Come here. Иди сюда. Let me have a closer look. Дай мне на тебя взглянуть поближе. Pretend I'm a man. Представь, что я мужчина. No. Нет. That's completely wrong. Это совершенно неправильно. You must never give in too easily. Ты никогда не должна так просто сдаваться. Это поражение. Now I say. Теперь я скажу.
so beautiful, Mary. Ты так прекрасна, Мария. But you know you're beautiful, don't you? Но ты знаешь, что ты красива, so, не так ли? Так you ли? Turn away. Walk. Ты отворачиваешься, иди. No, a woman never runs. Нет, женщина she не glides. Должна так бежать, она должна скользить. That's better. Так-то лучше. Don't look back. Не оглядывайся назад. Иди по своему пути. Позволь мужчине думать, что он сделал первый шаг. Ты видишь? Теперь я следую за тобой. Твой муж Ирод Антипа идет. Быстро. С ними римляне. Виталис? Зачем? Пандополисный Виталис. Прошу тебя. Генерал пришел сюда, задержав свой отъезд. Война против Парфии Вечного. Вспыхнула новая волна. Мне жаль ваших врагов, генерал. Они побеждены с самого начала. Не так все просто. Разве вы не слышали последние вести? Какие же вести? От Арета, царя Набатии, для императора Тиберии. Он требует возмещения за оскорбление его дочери. Или он объявит войну. Несколько варваров-кочевников, как они могут надеяться одержать победу над Римом? Моя благородная госпожа, если Набатия войдет в альянс с Парфией, ситуация осложнится для нас всех. Давайте оставим это, генерал, и перейдем к чему-нибудь более веселому. Соломея, ты станцуешь для нас, дитя? Нет. Нет? Forgive her, general. Прости ее, генерал. The girl isn't well. Девушка себя плохо чувствует. And who are you? А ты кто? Her duty is to protect Salome. Ее обязанность оберегать Соломею. A duty she does well. Обязанность твою она хорошо делает. Then the dancing must await my return. Тогда танцы подождут моего возвращения. Конечно. How dare you, slave? Как ты посмела, рабыня? Dance. When you're told to. Танцуй, когда тебе требуют. Я не хочу танцевать. Она врала. И хорошо, что солгала. So, my Sybil. Итак, моя Савила. Maybe you talk too much. Возможно, ты говоришь слишком много. Но знаешь, как угодить? Это то, чему вы научили меня. Во мне. Он видит вас. Геродиада. В любом случае, Родиада тебе обязан. Come. Пойдем со мной. You see? Ты видишь? I keep it for special guests. Все это для особых гостей. I was rich once. Когда-то я тоже была богатой, но что же? Это может снова повториться. Love is power, Mary. Любовь — это власть, Мария. You must learn to use it. Ты должна уметь ее использовать. Let men love you. Позволяй мужчинам любить тебя, но никогда. Никогда не люби их. Это первое правило. Но почему? Любовь — это роскошь. Женщины лишены права на нее. Но могущественные мужчины презирают женщин слишком откровенных и простых, моя дорогая. You need a servant now. Тебе нужна служанка. I give you my best. Я тебе дам мою лучшую. Susanna. Сюзанну. Vitellius. И Виталис. Is the greatest man. Величайший мужчина во всей провинции. Win him to me. Покори его. And you name your price. И назови свою цену. You don't have to do this.
Ты не должна этого делать. Я знаю, что делаю. Я не рождена быть служанкой. Мой отец был князем. О, а мой царем. Теперь я рабыня. Мне было нелегко вначале, но потом я встретила учителя, который дал мне свободу. У вас есть выбор. Поступай обдуманно, дитя. Это Иоанн. Они арестовали его. Джон, wait. Иоанн, постой. Have you found what you were seeking? Ты нашла то, что искала. I have a new life here. У меня здесь новая жизнь. Honor. Почет. Respect. Уважение. Is that what you wanted? Это то, что ты хотела? Blood. Пошел. Мария, Мария, это действительно ты? Что ты здесь делаешь? Твой муж? У меня нет мужа. Амос делает поставки Ироду Антипи из Магдада. Магдала? Я уже забыла, как звучит это слово. Нам не хватает тебя, особенно Самуилу. Has Amos taken a new wife? Амос взял новую жену. Yes. Да. Does he have children? Не, у них есть дети. Нет, нет. But you should stop thinking about that. Ты должна перестать думать об этом. Here, Mary. Ты отлично выглядишь, Мария. Посмотри на себя. Are you happy with your life now? Разве ты недовольна своей жизнью теперь? Да. I'm happy with this life. Я довольна этой жизнью. But the Mary you knew. Но Мария, которую ты знала, она погибла. Если бы прошлое действительно могло умереть, мне невыносимо смотреть, как вы себя губите, Мария. Поверь мне, Господь может утешить вас. All I can do is to accept my Все, что я могу сделать, это принять мое проклятие, использовать его. Мэри! Мария! Мария! You promised you'd kill me, huh? Ты обещала мне, что исцелишь Look. Меня, не так ли? Смотри! Look. Смотри же! Ну, что же это? Как долго еще ждать? Not long now. Теперь уже не очень Trust me. Долго. Доверься мне. Be careful, Mary. Heal me, Берегись, Мария. Ты меня прости, но это единственная причина, по которой ты здесь. Не забывай. Ты действительно yes. кого-нибудь What исцелила, me, да. Then? Ну что со мной же не так? Как мне долго скрываться? Почему ты должна скрывать? Ваш муж любит вас. Любит. Человек, который не умеет править. Слаб. Противостоять мне, но не слишком упрям. Нет, нет, нет. Он разведется со мной. Он уже ведет игру за моей спиной. Он позвал в войны Виталиса. Устраивает во дворце банкет в его честь. Нет, 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 нет. Он разведется со мной, разведется, чувствуя это, и восстановит свою жену, чтобы спасти себя.
Набатийцы хотят мести. Но Рим и Виталис на нашей стороне. Рим шлюха. Ляжет в постель к тому, кто смеет. Спаси меня, Мария. Спаси меня. Помоги. Я не хочу. Я не хочу потерять все, что я достигла. Why must we wait? Сколько мы еще должны ждать? Где же король? It seems I no longer interest you, Vitellius. Кажется, потеряли ко мне интерес, Виталис. What's wrong? Чем дело? Я утратила свой шарм. Forgive me, my lady. Прости, госпожа. Мои мысли еще на поле сражений, которое Ирод Антипа вынуждает меня забыть. Но это праздник, генерал. Mary. Мария. Take care of our general. Позаботься о генерале. Мне бы хотелось знать, как ты собираешься позаботиться обо мне. Это зависит от вас, генерал. Я хочу тебя. Сегодня вечером. Овладеть телом женщины — нетрудная задача. Любой мужчина сможет это. And what is a difficult task? А какая тогда задача трудная? Taking her thoughts. Овладеть ее мыслями. Her heart. Сердцем. A most enticing challenge. Очень привлекательная задача. Мы приветствуем тебя, Люциус Виталис, потомок богов Виталии. And we welcome to our Позвольте представить еще одного почетного гостя, прибывшего из Вавилона, посол от Парфии. Ну, обнимите же друг друга. Врагов здесь больше нет. Мир! 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 Poor Nabataeans. Бедные набатийцы. Ирод Антипа, как старый лис, скрывал от союзников больше, чем они ожидали. Мир с Вавилоном, особенно когда бунтовщики здесь. Нет, это ложные слухи, Виталис. Значит, неправда, что в вашей тюрьме сидит зачинщик. Он просто шарлатан. Я в таком случае хотел бы быть судьей. Или у вас есть секреты от Рима? Конечно же, нет. А теперь давайте развлечемся. Предлагаю тост. Давайте выпьем за богов мира. Тост за богов мира. За богов мира. Это был фарс. Ирод выставил меня идиотом. Он заставил меня поверить, что мы в состоянии, просто чтобы доказать Риму, что он сможет сохранить мир. Тиберий должен быть немедленно проинформирован. Я доберусь до Рима как можно быстрее, генерал. Мы выезжаем. Поспешите. Ты ничего этого не слышала. Вы потерпели поражение от Ирода. Весь Рим будет смеяться над вами. Разве только новости никогда не достигнуть Рима? Что ты имеешь в виду? Кто-то должен же заплатить за это. И кого можно пожертвовать? Жертву? Гонца? Джон. Иван, вот мой дорогой Виталий, что он? Ты же видишь, он безобиден. Впрочем, как и всегда.
And this little man makes so much noise. И этот ничтожный человек наделал столько шума. Простой пустозвон. Послушай. Ты здесь? По обвинению в мятеже и измене. У тебя есть что сказать? Война. Слишком поздно. Мы заключили мир. Вы слышали? Набатийцы маршируют по Галилее. Наступит день и будут пировать за твоим столом. Римляне, парфейцы, или даже твои шлюхи. И тот день, Ирод, ты будешь один. И ради чего все это? Из-за страсти, которой не было никогда. Ты отослал прочь свою законную жену. Ты сражаешься со своими соседями. Ты взял жену брата своего к себе в кровать. Но скоро земля твоя будет сожжена. Народ твой порабощен, а ты сам в изгнании со своей наложницей. Как ты смеешь? А ты, Иродиада, ради мечты о царствовании ты превратила свое дитя в ублюдка. Осквернила материнство. Ты совершенно безумный. Ты лжешь. Покайся. Очистись себя. Возвратись к твоему истинному мужу. Я запрещаю тебе говорить так со мной. Все это закончится никак иначе, как кровью Израиля. Take me away. Уведи меня отсюда. I have spoken. Take him away. Я все сказал. Увести его. Kill him. Убей его. You think you are the Messiah? Думаешь, ты мессия? I baptize with water. Я крещу водою во искупление грехов. Но есть тот среди нас, кто превосходит меня, чьи сандалии я недостоин развязать. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Ты был прав, Ирод. Tiberius will find him funny too. Да и Тиберий найдет это забавным. Подготовьте лучший товар. Будет сделано. Мы благородный Виталис. Меня зовут Амос. В моем городе Магдала мы строим новые бани. Согласитесь ли вы? We'll see. Наше сотрудничество. Perhaps. Посмотрим. Может быть. Vitalis? Vitalis? Yes. Да. I'll let you know. Я дам тебе знать. Magdala. Do you know? Magdala. Ты знаешь это место? Mm-hmm. Then you decide. Ну ты и решай. Who is that? Кто это? He's a traitor. Он предатель. И вор. Really? Действительно? Yes. Rome doesn't like traitors. Рим не любит предателей. I will find a way to let him know that. Я найду способ дать ему понять это. Are you satisfied? Ты довольна? You have satisfied my every desire. Удовлетворяю каждое мое слово. Что же мне еще надо? Do you know why fate brought me here? Ты знаешь, почему судьба привела меня сюда? Because they say you are a witch. Потому что ты ведьма, как говорят.
You have the magic spells that у тебя магическая способность вызывает любовь мужчин. I have demons in me. Во мне живут демоны. They come when I call. Они являются на мой зов. And when they are gone? А когда они уходят? What's left? Что остается? I don't know. You'll have to find out. Не знаю, но ты можешь выяснить. I want to find out. Я хочу это выяснить. One demon. Один демон. Two demons. Два демона. Three demons. Три демона. You have bewitched me. Ты меня колдовала. I just want you to love me. Я хочу, чтобы ты просто любил меня. Is it war or peace? Быть войне или миру? Мой господин распорядился передать, восстанови его дочь на твоем престоле или на память объявит войну. Последнее слово. Ты не увидишь нас больше. Тем лучше. Война. Закончится ли это когда-нибудь вообще? Возможно, Ирод сделает то, что они велят. А если нет, что будете делать вы? Ждать. И смотреть, кто побеждет. Соберите моих генералов. Объявляем войну. Я достаточно задержался в свой выезд. Долг зовет. Ты вернешься, если будешь мне нужен. Даже если буду на краю империи. Мой король. Виталис. What's this? Get the horses ready. Что это? Лошади готовы. Do something. Ну, сделай же что-нибудь. What's happening? Что случилось? Почему он бросает нас? Ты не смогла уговорить его остаться. Он вернется, как только я позову. Wait, Mary. Послушай, Мария. Я положила тебе путь, не забывай это. Если Виталис не вернется, your days are numbered. Твои дни сочтены. Сочтены. Сусанна, готовься к отъезду. Мария, собирай свои вещи, пожалуйста. Ты едешь с нами. Саломе? Саломия? Саломе, Саломия, поговори со мной. Да иди скажи что-нибудь. А Иоанн, это не твоя забота. Он не будет для нас проблемой. Он намного полезнее живой. Тогда измени его взгляды. И я освобожу его. Иоанн, поговори со мной. Идем. Нет, почему? Мария! Почему ты все еще здесь? Мы приехали сюда присмотреть за поставками. Война не место для лепёнка дьявола. Он уехал еще до объявления тревоги. Вы должны уйти отсюда. Ты собираешься с ними, правда? Я вынуждена. Такое время не позволю тебе ехать домой. Mary, we are almost Мария, ready to leave. Мы готовы выехать. You can wait for him all day. Ты можешь ждать его весь день. Но я не думаю, что он вернется. I know.
Я знаю. Вы вручили свое сердце не тому мужчине, да? Это не то, что ты думаешь. Мария, смотри. Там Иисус! Блажен тот человек, который не находит на совет нечестивых, не стоит на пути греха, не сидит в ряду насмешников. Но воля его, стой, подожди, в законе Господа. Остановите его. Я не могу выносить этого больше. Делай же что-нибудь, он меня раздражает. Он рассчитывает, что будет спасен. Он единомышленник, назарет. Напади на него, у нас достаточно силы. Подними мятеж за спиной. We have to do something. Нужно же что-нибудь Mary. Сделать. Мария. Go. Try to shut Иди. Him up. Убеди его заткнуться. You must be thirsty. Ты должен быть. Испытываешь жажду. Not as thirsty as you. Моя жажда меньше, чем твоя. How long can you deny yourself? Как долго ты будешь томить себя? What do you know about me? Что ты знаешь обо мне? Падшая женщина? Divorced? Разведенная? Брошенная? You know what pain is. Ты знаешь, что такое боль. What binds you to Herodias? Что связывает тебя с Иродией? Разрушительницей брака. Богатство. Power? Власть. But what have you won? Что из этого твое? A man. Мужчина. And perhaps his love. Может быть, его любовь. Is that what you want? Это то, что ты хочешь? I've done everything to reach this. Я сделала все, чтобы получить это, но... It still isn't enough for you. Достаточно ли этого тебе? What do you really want? Что ты действительно хочешь? What do you desire most? Что ты желаешь больше всего? Mary. Мария. I want to love. Я хочу любить. And to be loved. И быть любимой. But the love of a man... Но любовь мужчины так легко потерять. Я знаю. Любовь истинна, глубока, что приносит мир. Любовь к Богу. Но где же эта любовь? В боли? В войне? В мизерии мира? В страданиях этого мира. О да, она скрыта от нас. So we find him through longing. И мы должны научиться видеть ее. In the end, в конце концов, no matter what the question is, неважно, какой был вопрос, he is the only он answer. Единственный ответ. I came here to help you. Я пришла сюда, чтобы помочь тебе. But I can't. Но я не могу. Wait. Подожди. Two beggars. My disciples. Двое нищих. Мои ученики. Will you go with them to Jesus? Подойди to bring him a message. К Иисусу. Передай ему мое сообщение. Ask him. Спроси его. Are you the Messiah? Ты ли Мессия? Or must we wait still?
или еще нужно ждать? Я думала, ты знаешь. Every life has its purpose. Каждая жизнь имеет свое назначение. Mine is. Моя нужна. To prepare the way for him. Чтобы подготовить путь для него. Even if that should cost you everything. Даже если это будет стоить тебе жизни. Yes. Да. He wants me to carry a message. Итак, to the Nazareth. Он просил меня передать сообщение на Назарету. Что за сообщение? Разве это имеет значение? Он доверяет Марии. Она принесла ему тот ответ, который он желал услышать. А теперь позови Виталиса. Мария, пожалуйста, возьми меня с собой. Я должна идти с вами. Я не могу оставаться здесь, когда вы говорите с ним. Listen, Mary. Знаешь, Мария, I won't be coming back with you. Обратно я с тобой не you вернусь. Must. Ты должна. The fate of runaway slaves. Судьба беглых рабов. Смерть. No place for that. Не место для таких разговоров рядом с ним. Now. Сейчас. Tell John that the blind can see. Что слепые the lame can walk, прозревают. The lepers are healed. Калеки ходят, прокаженные исцеляются. Глухие слышат. И мертвые воскресают. Go and tell him that. Пойди, скажи ему так. When you walked into the wilderness, no, кого вы искали в пустыне? Это все. А встретив Иоанна, кого вы ожидали увидеть? Пророка, да? Но вы нашли больше, чем пророка. Он тот, о ком написано. Я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь, ибо говорю вам, из рожденных женщиной нет никого больше Иоанна Крестителя. Потом он сказал, но меньший в царстве Бога больше тебя. I have my answer. Я получил ответ. It is him. Это он. And now. А теперь. I must fall. Я должен уйти. So he may rise. Чтобы он мог зайти. Repent, Mary. Покайся, Мария. Forgive. Прости. Before it's too late. Пока не стало слишком поздно. Well? Ну, что же там? It's hard to understand these men. Трудно понять этих людей. But there is one thing. Но одно есть кое-что. Я поняла. They can't be bought. Их нельзя купить. You must kill them, Antipas. Ты должен убить их, Антипа. Обоих. They're dangerous. They're undermining us. Они опасны. Они уничтожат нас. Войска готовы сражаться. Чего же ты ждешь? Солдаты думают, что ты им веришь. Enough! Довольно. Give the order. Now! Отдай приказ, быстро! The Nabateans. А Набатейцы! Сколько можно оттягивать битву с ними, пока у нас не закончатся припасы? А наши союзники? Где же они? Поторопи Виталиса. Хватит. Я король. Я решаю.
Не, он не может умереть. He can't die. Не может. Иоанна! Мария! Иоанна! Что теперь будет? Вы больше не можете оставаться здесь. Здесь опасно. Идите обратно в Магдалу, если выживем. Римляне! Римляне идут! Римляне! Ты должен убить его! Убей его! Смотрите, набатийцы трусы! Они бегут! Бегут! Виталий, как я рад вас видеть. Боги наградят вас, генерал. Мои извинения за задержку. Я обнаружил предателя в своих рядах. Ваша новость не достигла Рима. Означает ли это, что Тиберий ничего не знает о нашем мире с Порфирией? Нет. Но Рим наказывает за неповиновение. Вот доказательство. Ну что же? Праздник? Здесь наших гостей, победителей. Что же она делала? Подготовьте банкет, Сильванус. Быстро! Не заставляйте нашего генерала ждать. Разве ты не рада, что я вернулся к тебе? Да. Сильванус. Почему ты беспокоишься о нем? Сильванус мертв. Я знала его. И что? Мария. Кто же ты? I don't know anything about you. Я ничего не знаю о тебе. Who am I? Кто я? A woman who wanted revenge. Женщина, которая желала мести, потеряла. Lost herself. Потеряла сама себя. Until you found me. Пока ты не нашел меня. It's over, Mary. It's over. Все закончилось, Мария, все кончено. Я люблю тебя. За могущество и славу Рима, то за наших доблестных союзников. Союзников. Мы еще это увидим. Ты имеешь в виду, что покинешь Ирода Антипу? Почему ты думаешь, я здесь? Ради этого клоуна. А война? Набатийцы. Say stay and we shall fight. Скажи остаться, и мы будем сражаться. Скажи уйти, и мы оставим их. The fate of Galilee depends on me. Судьба Галилеи зависит от меня. My fate. Some entertainment. Моя судьба. Я хочу веселиться. Музыка, танцовщиц в этой дыре. Саломе. О, Соломия. Саломе. Саломия. My sweetest daughter. Моя милая дочь. Would you dance for us? Ты танцуешь для нас? Please? No. Пожалуйста. Нет? Ну и ладно. Of course. Of course. Конечно. Саломе will be happy to dance for you. Соломия будет рада исполнить танец для тебя.
Станцуй, станцуй же для нас. Станцуй, покори короля для меня. И ты получишь мужа, какого пожелаешь. Пойдем. В конце концов, она убедила ее танцевать. А сейчас танец. Давай же. Скажи мне, какую хочешь награду, хоть половину царства? Ask him for the head of John the Baptist. Проси у него голову Иоанна Крестителя. The head of John голову the Baptist. Иоанна Крестителя. Соломия, заткнись, рабыня. I want you to give me. Я хочу, чтобы ты дал мне. На этом блюде голову Иоанна Крестителя. Нет! Мария! Will you break your promise? Ты сможешь нарушить свое обещание, а? И оскорбить своих гостей? Отдай же приказ. Да или нет? Покажи всем, что ты король. Yes. Да? I'm a king. Я король. Do. Сделайте. As she says. Как она сказала? No! No! Нет! Нет! Forgiveness. Прощение. Mary. Мария. No hatred. Без ненависти. No revenge. Без возмездия. No! Нет! Я здесь. I danced. Я танцевала. I danced for Herod, as my mom wanted. Я танцевала для Ирода, yes, как моя мать желала, да, Соломия? She promised me a husband. Она обещала Leave мне мужа. Оставь ее в покое. Оставь же ее. Ты слышала, Mary, что я сказала тебе, Мария? Я сказал тебе оставить ее одну.
За все это время ты ничему не научилась, Мария. Ничему. Это не так. Кое-чему я научилась. Я узнала жестокость. Ненависть ко всем. Я не такая, как вы. Я не такая бессердечная, как вы. Как ты смеешь? Отпусти ее! Пусть она уйдет! Пусть уйдет! Нет! Единственная причина, почему вы сохраняете жизнь, в том, что Виталис находит тебя сносной. Джон is dead. И он мертв. Но его слово будет жить. Наши солдаты прибудут в Макдаул в кратчайшие сроки, генерал. Отлично. Что ты сказал про Макдаул? Завтра Макдаула перестанет быть. Что? Я же сказал тебе. Все закончилось. Я отправил солдат уничтожить ее. Нет, нет. Мари, да что с тобой? Нет. Предатель Амос не сможет навредить тебе снова. Это совсем не то, что я хотела. Пожалуйста, отвези меня туда. Пока еще не стало слишком поздно. Умоляю. Let's go. В путь. Soldiers. Солдаты. Император услышит об этом. Go! Go! Уезжай, уезжай. Еще увидишь. Ты ничто, Мария, ничто. Ты приведешь остаток жизни в кроватях Римского легиона. Поздравляю, генерал. Вы получили то, что заслужили. Шлюху, шлюху. Вы покинули нас. Но я же король. На помощь, помогите! Пожалуйста, пусти, пусти меня! Нет! Там же мой сын! Иоанна! Мария! Мария! Иоанна! Мария! Мария! Помоги, Самуил, он там! Самуил! Он не дышит! Он умирает! Боже мой, он умирает! Сделай же что-нибудь, Мария, ну сделай же. Помоги ему. Самуил, не умирай. Самуил, не умирай. Ты мертв. Нет.
Вернись. Come on. Вернись. I couldn't save him. Ты не смогла его спасти. Turn your back on Galilee. Оставим Галилею. There is life elsewhere. В другом месте есть жизнь. Not for me. Не для меня. To be the cause of so much pain. Быть It's причиной done. Такой боли. Accept это свершилось. It. Прими How? Это. Ну как? I would be anyone else. Я хотела быть кем-то другим. Be Не Not здесь. To be who I am. Не той, что я сейчас. No one can help me. Никто не может помочь мне. Who can forgive me now? Кто же теперь сможет дать мне прощение? How can she forgive теперь, me? Как может она простить меня? I killed her son. Я убила ее сына. Take heart, Mary. Будь сильной, Мария. Death ends all things. Со смертью все заканчивается. No. Нет. Rome needs me, Mary. Я нужен Риму, Мария. Пойдем со мной. Никогда, никогда я снова не сделаю тебе больно. Я знаю, что могу сделать тебя счастливой. The love of a man, your love, любовь мужчины. Was all I ever wanted. Твоя любовь. Это все, что бы я хотела. Ты знаешь, что ты не любишь I меня? I do love you. Я люблю тебя. I no longer know what I want. Can't I help Больше you? Я не знаю, чего хочу. Huh? Как мне помочь тебе? Come with me. Пойдем I'm со мной. Asking you for the last time. Я прошу тебя в последний раз. Mary. Мария. I hope you find what you're looking for. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Мария. Мария. I found you at last. Все-таки я нашла тебя. Вперед, Марш! Смотри, Иисус здесь! Пожалуйста, Мария, идем с нами! Как я посмотрю в глаза-то ему? Не бойся его, Мария! Он и есть ответ! Мария, Мария! Не дотрагивайся до меня, я нечистая! Ты позвала меня? Идем! Joanna. Joanna. Leave him now. Оставь его. Come. Иди же сюда. Samuel. Samuel. Get up now. Вставай. Your mother's waiting. Твоя мать ждет тебя. Yes. Oh God. Samuel. Господи, Самуил, Самуил! Мама! Я здесь! Мать!
мой сын. Мэри. Мария. You see, love is stronger than death. Ты видишь, любовь and сильнее смерти и всякого греха. Это он, это он. Он тот, кто спас. Добро пожаловать. Спасибо, что принял мое приглашение. Мы ждали тебя. Я благодарю за приглашение, Симон. Я не могу. Я не заслуживаю его любви. Это не так. Иисус всех принимает. Пусти его в свое сердце. Ближе, подходи, учитель. Как ты посмела войти? Она проститутка. Для осквернения, осквернения. Она недостойна. Ходи. Рэбби, все спрашивают, как ты можешь быть пророком и не знать, что из себя представляет эта женщина? Я знаю, что это за женщина. Она грешница. Simon, I have something to say to you. Симон, я хочу объяснить тебе. Ты видишь эту женщину? I entered your house. Когда я вошел к тебе в дом, ты не дал мне ни воды для ног. Но она омыла мои ноги слезами. Я слушала их своими волосами. Ты не поцеловал меня в знак приветствия, но до сих пор она не перестает целовать мои ноги. Ты не помазал мне волосы маслом, но она помазала мои ноги благовониями. Потому, я говорю вам, грехи ее прощены, ибо возлюбила она много. Your faith has saved you. Вера твоя спасла тебя. You are forgiven. Ты прощена. You have loved so much. Ибо любовь так сильна.
Иди с миром. I won't leave you. Я не оставлю тебя. Ever. I will follow you. Всегда буду следовать за тобой. Wherever you go. Куда бы ты ни пошел. And so I followed him. Я следовала за ним до креста. Then I met him, alive, Даже я встретила его живым, воскресшим из мертвых. Я поняла окончательно. His love was stronger than Его любовь сильнее смерти. That's what he showed me. Он показал мне это. Я верю ему. Jesus gone, Mary? Мария, Иисус ушел. He hasn't gone. Он не покинул нас. We're living his love. Мы живем его любви. He lives on in the love we are giving to each other. И продолжает жить наша любви к друг другу. Закадровый текст читал Джонатан.